Да, приветствую вас, дорогие друзья. Мы в студии Матч ТВ. Я уже загримировался, на мне это пудрюшка на мне. Я хочу вам показать студию, как это выглядит. Матч ТВ сегодня снимается зарядка снимается каждый день практически и целый день. То есть ее показывают, а сегодня снимают, по-моему, 12. От меня потребовали 4 с разной всякой херней. Здесь гримерка. Нормально там все? Мне нужно секундочку. Да. Сказала ваша жена, что у вас есть телефон Дмитрия Селиверского. Да, нужен? Да, очень. Скину. Мне просто нужен на завтра, на вечер, кто-то с красивым фактурным телом. Ага. Мы будем снимать фрилетикс. Фрилетикс это что? Ну, короче, мы делаем, делают упражнения. Mm-hmm. Мне нужно, чтобы там, где прям каждая мышца одна. Здесь прям каждая мышца очень красивая, на слово. Сейчас, парни, покажу вам, здесь есть у меня один. С которого так сидит? Да. Ну, сейчас снимем. Ну, мускулистый. Сейчас, да. Мускулистый. Сейчас позову. Так. А в гримерке никого нет? Здрасте. Раздевалка там. Народ отдыхает. Телефон Селиверса. Давайте я сейчас включу. Тормозит немножко, но тормозит, что бывает. Не везде же хороший этот интернет. Сереге привет. Ну, если увижу Серегу, привет. Здесь вот кофе-автомат, водичка. Раздевалку вам показал. Гримерку показал. Подарок от Кокляева потерял. Что, нашелся? Потерял. Если нашелся, дайте мне знать, пожалуйста. Потому что я очень переживаю. Очень переживаю. Смотрите, мы идем в студию. Сейчас тишина, молчите. Значит, Маша действительно чувствует. Маша командная. Маша, как ты думаешь, как можно усложнить это упражнение? Я думаю, что мы сейчас можем поднять ноги, и тогда нагрузка на прямые мышцы живота увеличится. Все верно. Ну что, рискнем? Конечно. Давай, ноги на крест, полегче. Если нет, конечно же, придерживаем. Оп, еще 4, 3, 2, 1. Тишина в студии. Мы победили это упражнение. Маша командная на матче. Что ты предложил еще? Артем, сейчас зайдем, пообщаешься, он завтра что-то хотел поснимать. Не Ну, здрасте, люди. Там тишина в студии, потому что запись идет. Клоков пока в Москве, но скоро поедет в Швейцарию. Штанги я буду показывать. Упражнения со штангами, несколько упражнений со штангами. Буду тренировать ведущую, а потом это будет в утренней программе, как это, тренировочный процесс. А сегодня еще вот эти шины. Грозный привет. Шины специально привезли. Тренируйся всегда, везде набирает обороты. И уже по всем каналам страны показывают упражнения со всяким дерьмом. Все это начиналось как просто, ну, забава, а сейчас, видите, стало, блядь, модно и популярно показывать упражнения всегда и везде. Но эфиры, они каждый раз проходят эфиры. Тренировки силовые, ну, чаще не силовые, а какой-нибудь кроссфит или штанга, покачаться, ну, наверное, я делаю... Раз, может быть, неделю какую-то такую тренировку по качанию. Кардио скорее тоже, или пробежка с собакой, или плавание в бассейне. Плавание 3 раза в неделю. Бег делаю, наверное, тоже через день.
В общем, такой run, swim, swim, run, серферский. Восьмая серия уже вышла. Тренирую баланс, тренирую кардио, тренирую гибкость. Сегодня делал йогу. Стараюсь утречком делать йогу, какой-то небольшой комплекс, типа приветствие солнцу. Здорово, 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 народ. Вы кто? Я тренер по фитнесу, скажем. Сердечки делаются вот так, если нажимаете на экран, их все много. Сальто сделаю обязательно. Как накачать бицепс бедра? Наклоны, сгибания, лежа, стоя, сидя, лежа на спине, подкатывать мячик к себе и делать такие вот сгибания ног в различных вариантах. В Барвихе не был давно. А почему упал жим? Не знаю, почему жим упал. Доллар, рубль упал, а жим-то хер с ним. А желания вернуться в бодибилдинг нет. Похудел, потому что просто не качался и не жрал. Как вы понимаете, мой вес это вот в районе 80. А чтобы весить больше и выглядеть массивнее, нужно жрать и качаться. А в чем смысл перископа? В общении с теми, кому ты интересен. Если вы интересуетесь мной, моей жизнью, карьерой, работой, то вам, наверное, интересно вот так прямо напрямую задать вопрос. Как похудеть, если нет возможности пойти в зал? Меньше кушать, больше двигаться. На матче снимаю зарядку. И иногда сюда приезжаю, показываю какие-нибудь упражнения. От креатина отдыхать нужно обязательно, потому что через месяц-полтора, по-моему, регулярного приема креатин меняет свою форму и становится таким токсичным, отравляя организм. Не только каникулы заставили заняться тяжелой атлетикой. Тяжелой атлетикой занимался в детстве. И сейчас регулярно практикую для кроссфита. Мне это очень нравится и развивает баланс, развивает гибкость, развивает спортивные качества, силу, мощность. Как совмещать кроссфит и кач? Абсолютно спокойно совмещать. Не жестить на кроссфите для того, чтобы просто не перестараться. После трения отдыхать столько, чтобы восстановиться. Я не знаю, какие каникулы удачнее. Я лучше отдохнул в эти, потому что просто было ближе к морю. Спина после тяжелой атлетики не болит. Со шпаком общаюсь. Заниматься со мной не получится, наверное, некогда. Можно заниматься с учениками своими. Дима Селиверстов, вот Артем сейчас тренируется. Влад Лапшин могут практически ту же программу вам составить, чтобы я и рекомендовал. Миронов в Тае был и есть. Он там живет последнее время, тренируется. На тайских каникулах было круто. На Байкал собираюсь в августе на Кубок Атлантов к Юрий Павлович Сизых. Во время выполнения упражнений пульс поднимается до 205. Я думаю, что это не совсем норма. Скорее всего, что у вас сердечко-то не готово к таким нагрузкам. Но не хватает немножечко. Поэтому, может быть, чуть снизить интенсивность и подкачать чуть-чуть. Кубок Кишанькина 14-15. В студии только молча. Миша Кокляев, не знаю, надо сегодня позвонить ему, узнать, как чего. В Одессу собираюсь. Заключительный раз. Хорошо, разворачиваемся на центр, опускаем колени на пол. Хорошо. И расслабляемся. Моя любимая часть тренировки. Ну что, мне кажется, мы сегодня очень
Я считаю, мы сегодня эффективно проработали мышцы живота. Вообще, и домой хочу. Это Матч ТВ. Это Матч ТВ. Здесь снимаются программы. Это всякие новостные, утренние беседы со спортсменами-чемпионами. Футбол нормально. Отношусь. Ну что, ребяточки, хорошего настроения, прекрасного вечера. Матч ТВ спонсирует государство российское. Всем привет, Дим Галенцов. Привет. До свидания. Удачи. В натураху качаюсь. Пока.